Здравствуйте, с вами Наташа. Хочу с вами поделиться секретиком, как я жарю рыбку, чтобы в ней не было костей. Вот у меня такие щучки. Делю пополам и вот так вот разрезаю. Делю вот так делениями, вот так ножом. Вот. Дорезаю до позвоночника. И когда оно будет жариться, вот эти мелкие косточки, они все прожариваются. Так, вот нарезали мы рыбу. Берем теперь тарелочку отдельно, сыпем соль. Так, соль. Добавляем перец. Это чтобы нам сразу макать соль, перец и муку. Чтобы каждую рыбку не посыпать. Так будет быстрее. Перемешиваем. И добавляем муку в тарелочку. Все, и в эту смесь макаем рыбку и обжариваем ее на подсолнечном масле, на растительном. Все, теперь в этой смеси у нас уже есть и соль, и перчик, и мука. Макаем рыбку. Со всех сторон ее. И так складываем. И потом сразу в раскаленное масло. Вот у нас раскалилось масло. Берем нашу рыбку и укладываем. И жарим до золотистой корочки. Чтобы наша рыбка была сочная, а не сухая, в конце мы зажарим в оставшемся масле от жарки лучок и уложим на нашу рыбку. И она пропитается маслом и луковым соком. Будет очень вкусная. Вот такая рыбка золотая у нас получилась. А сейчас в это масло мы выкладываем наш лучок. Обжариваем его и выкладываем на нашу рыбку. Вот и масло пригодится, и рыбка будет вкусная. Масло не надо будет выкидывать. Все эти корочки, что тут поприставали, мы тоже поотдираем. Так, оно все будет вкусненько и сочненько. Ну вот, зажарим ему лучок до золотистой корочки. Он прозрачно-золотистый. И укладываем на нашу рыбку. Можно еще накрыть второй тарелкой глубокой, чтобы рыбка пропарилась. Ну, кто любит хрустящую, можете не накрывать. Тогда она будет корочка хрустящая и сочная. Кто не любит лук, можете просто залить маслом оставшимся. Все. Приятного аппетита. Если понравился рецептик, ставим пальчик вверх. Подписываемся на канал. Приятного аппетита.